Сейчас происходила такая история, что я, мой персонаж Кристина, застала своего молодого человека в постели с другой девушкой. Кто это у нас тут не боится щекотки? А? Я не понял, а что за фигня? А ну-ка, повторите с самого начала. Привет. Всем уже здесь далеко известно, что реально главный здесь человек – я. Просто посмотрите на меня еще раз. Давайте пропанорамируйте. Спасибо. Ты что, совсем опух? Может, сюда весь университет притащишь? Второй год меня она добивается, реально второй год. А я знаю ее уже там с 10 лет. Я как бы держусь, я уже об этом говорил, не покупаюсь на это. На исходную. Да. Кто тебя добивается? Я тебя добиваю. Да. Замечательный режиссер. Рада. Которая создает прекрасную атмосферу на площадке. А мне кажется, от режиссера зависит очень много. Прости, пожалуйста. Прости, милая, я тебе только голову. Если вы хотите узнать, что произошло с нами дальше, точнее, со мной, удержал ли я свой стержень и кремень, приходите почаще. Нелегкая любовь нелегкой девушки. Анжелика с понедельника по четверг в 19:00 на СТС.